Добрый день! В начале января я провел серию мастер-классов под названием «Коммуникативные навыки родителя». И должен сказать, что эти мастер-классы вызвали достаточно заметный интерес. По итогам этих мастер-классов я записал ролики, которые вывешены на моем канале. Все, кто еще не видел, могут посмотреть. Там количество комментариев во всех соцсетях, ну, выше среднего. И многие люди начали задавать вопросы, а можно ли провести мастер-класс относительно вообще не только коммуникативных навыков родителя, но и коммуникативных навыков простого человека, прежде всего с точки зрения построения отношений в семье. Дело в том, что много лет это является моей специализацией. Я действующий сценарист, и моя специализация – это романтические комедии. При всей там юмор, не юмор, при всей вот этой киношном подходе, это, конечно же, построение отношений в семье. Дело в том, что однажды я проводил маркетинговое исследование, и мы вдруг обнаружили, в общем-то, общепонятную и всем видную вещь. Все романтические комедии, и это влияет, кстати, на отношения, построены таким образом, что рассматривается исключительно конфетно-букетный период, а все, что происходит дальше, сказка как бы умалчивает. И вот здесь выясняется, что навыков коммуникативных о том, как строить отношения, как общаться с людьми, как общаться с близкими людьми, как работать с возражениями, как не наломать дров, да, и не обидеть человека словом. Ну, так не обидеть, чтобы, ну, уже все, отношения дальше не развиваются. Вот этот комплекс навыков, кроме кино, я еще, конечно, узнал на серии тренингов от ведущих психологов. И, используя свой опыт, а я, в общем-то, многодетный отец, и, ну, кое-что в этом понимаю, преломив его через себя, я давно уже несколько лет подготовил продукт, который называется «Коммуникативные навыки человека». Многие люди ораторское искусство воспринимают исключительно как выступление перед большой аудиторией, как выступление в суде, как что-то связанное с проговариванием монологов. При этом совершенно забывая, что на самом деле ораторское искусство – это диалог. И часто диалог даже не с людьми. Это диалог с деньгами, это диалог с Богом, это диалог с судьбой. А судьба – категория мистическая. Я хочу представить вам видеокурс, который называется «Коммуникативные техники человека». Это такой свод навыков, умений, знаний, техник, которые позволяют человеку решать любые жизненные задачи, любые, какие могут только возникнуть. Это знания, которые позволят вам добиться успеха в любви, в семье, в воспитании детей. Welcome! А на следующей неделе, в один из дней, я проведу 6-часовый тренинг. Этот тренинг будет построен не на теории, а мы будем отрабатывать на практике типичные жизненные ситуации. Скандалы, выяснение отношений, разное понимание мужчинами и женщинами разных событий. А это, кстати, связано и с разницей в гормональном фоне, в том числе. Мужчины и женщины все понимают по-разному. Вот все, что касается понимания, да, как устроен этот мир, все, что касается речевых навыков, либо скриптования, какой карты походить, как уступить, как сделать маневрирование. Вот эти вот вещи, они не изучаются ни в вузах, ни в школе, ни в семьях, а спрос на них очень и очень большой. Таким образом, на следующей неделе, мы сейчас выбираем, это будет будний день или выходной, я анонсирую большой 6-часовый тренинг под названием «Коммуникативные навыки человека», который будет посвящен построению отношений в семье. Естественно, кроме скриптования и кроме диалогов, мы будем рассматривать, ну, это обязательный элемент, мы будем рассматривать любые монологические речи любого человека. И это тренинг, есть подразделение большого нашего продукта, который называется «Ораторское искусство как управленческая дисциплина». Приглашаю всех людей, кому это интересно, в Симферополь, да, это
проходит в нашем центре, под названием «Молодежное телевидение Крыма» по адресу улица Севастопольская, 62А, 418-я аудитория. Дату я скажу дополнительно. Сейчас мы вступаем в переговоры со всеми людьми, которые инициировали такой тренинг. То есть мы выберем день, который им удобен. Люди работают в будний день, не все могут. Тренинг будет длиться 6 часов. На руки мы вам раздадим методички. Ну, есть такие, в общем-то, пособия, которые мы специально разрабатываем с ролевыми ситуациями, с игровыми ситуациями, которые можно отрабатывать, вспоминать, во всяком случае, держать как подстрочник, и можно распространять и дальше. На эту тему очень полезно разговаривать с молодыми юношами и девушками. Для тех людей, которые живут не в Крыму и физически не смогут посетить этот тренинг, я запишу такой хайлайт, такое английское слово. Ну, то есть самые основные моменты, самые основные элементы и кое-что с упражнений, которые мы проведем во время тренинга. Этот ролик я вывешу для всеобщего обозрения. Там, конечно же, будет не все, там не будет вот этой атмосферы, когда люди в игровой ситуации погружаются. Но, тем не менее, какое-то общее впечатление, в представление и подсказки для домашней отработки там будут. Хочу попросить всех людей, кому это интересно, кто поддерживает наши проекты, связанные с повышением общей коммуникативной культуры в обществе, поддержать наш проект по реквизитам, которые указаны в подписи к этому ролику на YouTube и в подписях к этому ролику ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, ну и в других местах, где вы увидите это видео. Ну, в общем, вот такой вот анонс. Спасибо за внимание.